Глянь, можно ли мне расчистить? Вот это отсюда небольшое. Я думаю, можно любой брать. Давай вот этот значок. Нет! Нет! Да не надо вот это оценить! Почему? Зачем нам брать результат? Посмотрите, если не готовы, а я большой, нормальный. Конечно. Это берем, да? Они не сказали, какие безрыцы, ничего? Ничего. Нет, не хочу это! А какой ты хочешь, Леш? Я хочу синий. Так тут сиденья специальные. Здесь он подготовлен специально. Итак, мы приехали, чтобы покататься на каяке. Сейчас поплывем, будем встречать закат в море. Детки у вас в специальных одеждах одеты. Берем с собой фрукты. И идем. Леша, что-то недоволен чем-то? Ну, это не важно. День рождения мой, а я довольна. Сейчас я выливаю воду, Леша. Смотри. Сейчас будем выливать воду из него, чтобы было сухо. Вылили? Ну-ка, вылилась вода? А там все равно мокрая. Все? Готово. Тима, весла, пошли возьмем. А что они упали? Вода вылили? Пусть Лёха сядет. Как вести-то? Вот так вот? Ага. Так идём, да? Ну вот мы отплываем от берега. Скоро будем выходить в открытый океан. А? Я грибу. Да, Марина гребёт пока одна. Держим курс вот на тот и на тот остров. На первый? Давайте на первый, ближе к правому краю. Время у нас еще много. На тот, на тот? Да. И с отелем прям? Конечно. Обалдеть. Это вообще классно. А, два только? Да. Вот мы доплыли до острова. Маленького. Да, вот все. Вот все. Смотрите. Тим, куда стоит? Леша, помаши ручкой. Да. Вон остров Панган, там порт. Вот от того берега мы приплыли на этот остров. Далеко. Далеко, да. Пап, только мы будем стоять, знаешь, на лодке. Да? Да. Все, мы сейчас поплывем дальше. Thank you.
Ну вот он, закат. Самый лучший день рождения в этом году. Посреди океана, на закате. До берега еще, ой, уже, или еще очень далеко. Сейчас мы поплывем назад и приплывем, наверное, уже темно будет. Такая тишина, слышите? Только лодка вдалеке тарахтит. Разноцветная. Разноцветная, да. Вот так вот мы далеко отплыли. Все, помашите ручками. Лёша. А вот Памган вдалеке. Сейчас поплывем назад. Вот мы почти доплыли до берега. Почти полная луна.